кризис. В этот раз деньги решили напечатать. Да, там в 2008 их решили как бы заморозить. Как правильно? Все в природе движется волнообразно. Есть период кредитной экспансии, вот сейчас идет период кредитной экспансии, а есть потом deleveraging, который Рэй Далио сказал, это сокращение кредитного плеча. Когда наступает deleveraging, все падает, все капитализации, рынки, все падает. Просто мы сейчас находимся на последней стадии разгона этого кредитного плеча. Это уже последняя стадия? Это последняя стадия. Он просто полтора года назад, по-моему, говорил, что cash is trash, и как-то это было странно перед пандемией, да? А сейчас по итогу оказалось так, что сейчас кэш – это ничего. Дело в том, что я не сижу в деньгах, я сижу в антикризисном портфеле. Вот есть две стратегии управлять кризисом, готовиться к кризисам. Первое – это когда ты выходишь в кэш и сидишь. А второе – когда ты в кэш, либо в золото, либо в банды, безопасные так называемые активы. А я предпочитаю кризис ждать в антикризисных активах, которые хорошо растут в обычные времена, но отлично растут во время кризиса. Поэтому я в кэш вообще мало верю, потому что кэш – это тоже объект инвестирования. И почему в данном случае я не считаю, что кэш – лучшая инвестиция? Но кризис не за горами. Я бы так сказал, не то, что не за горами, он неизбежен. Это более точная формулировка, потому что, ты знаешь, в этом мире безгранична может быть человеческая глупость. И неизвестно, как долго они будут печатать.